Вот я уже заселился в комнату на 14 этаже с видом на ВДНХ. Вот так вот. Видно там, не видно. Но так, в принципе, впечатляет. Очень хорошо видно солнце Москвы, колесо это обозрение. А, сейчас небольшой обзор на комнату. Ну, тут две кровати, у меня такое есть. Там еще. Из света, кстати, светильника сверху нет. Светильник только вот этот, сбоку. Выключается вот так вот. Включается. Эти я еще не знаю как. Они, наверное, не работают. А, нет. А здесь есть включатели внизу. Еще можно боковые включить. Там внизу включатель. Так, здесь есть холодильник. Только не знаю зачем. Вот телевизор. Стол. Кресло. Столик маленький. Это вот подставочка. Тут шкаф для одежды. Здесь еще, не знаю, это если замерзнуть, какие-то такие уже советские какие-то эти. Тут фонарь есть санузел, то есть унитаз и раковина, зеркало, фен даже есть. Интересно, работает? Да, фен работает.